Gordy. Ну что ж, на Матч ТВ большой футбол. Первый стыковой матч во Львове между сборными Украины и Словении. Смотрим за подачей. Тут спокойно достаточно справляются центральные защитники. Однако подбор за сборной Украины. Попытка пробить. Не получается удар. И еще одна возможность. Это удар Федецкого. Мяч подправляет собственный защитник. Мяч уходит на угловой. Ханданович, похоже, в принципе, ситуацию контролировал, но до мяча не добрался. Здесь здорово Гармаш сыграл. Корпусом укрыл мяч и в итоге создал момент для удара партнеру от Кевина Кампа. Игроком столичного клуба. Подача! Снова на ближнюю штангу, но здесь справляются словенцы. Подбор за Сидорчуком. Снова Коноплянка под левую ногу. Подача еще одна. Ханданович неубедительно играет. Ермоленко на собаке. Красавец! Красавец! Мауриньо, это привет тебе! 1-0 в пользу сборной Украины. И этот гол был сделан вот этими самыми звездными игроками на флангах. Конечно, не ими двумя, но они сделали самое главное. Пространство и набросил во вратарскую. Но, конечно, вратарь такого уровня, как Самир Ханданович, не должен так неряшливо играть в своих владениях. Потому что, смотри, мяч отскакивает. Ну, не здорово он сыграл, а дальше уже но вот эти одним финтом троих убрал. В буфет, Ермоленко, как ты говоришь, да, отправил сейчас трех защитников сборной Словении Ермоленко. Оп! Класс! И трое пошли загорать. И побежала вся команда поздравлять Андрея Ермоленко. Очень неприятный удар для вратаря. Ханданович обладает великолепной техникой, прекрасной реакцией, но он высокий. Да, ему трудно складываться, но и вот радость в вип-ложе в исполнении президента Украины Петра Порошенко. Хорошо, это радость Ермоленко. 1-0, это очень всегда в таких играх, чем теперь уже и сборная Словении пытается идти в атаку, скоростную атаку. Снова подхватывают словенцы мяч, это Бирса, подача в штрафную, скидка, это очень опасно, и хорошо, что так, Йосип Иличич пробил после скидки Милевое Новаковича. Это еще хорошо, что он пробил с правой ноги, потому что ударная у Иличича левая, это первый удар по воротам сборной Украины, и эта атака с чего пришла? Сначала с перехвата Кочериди, а затем сам же Кочериди с обреза. Обрезал и сделал неточную передачу. Но и вот здесь, конечно, в опорной зоне не успели перестроиться футболисты украинской сборной. И хорошо, что так. Рыбалка уже бросался под удар, но мяч прошел выше ворот. Отдавать штрафную некому. Вот есть рядом Ермоленко. Ермоленко, конечно. Падает там Селезнев, но без чьей-либо помощи. Ой, какой удар. Ну, кстати, первый удар. Ноги включились. На это, удар. Это еще раз удар из-за пределов штрафной. Вот он, Ханданович, во всей, конечно, красе. Вытянутая рука. Это даже не Сидорчук был, а Рыбалка. Очень красивые удары, прыжок все-таки провела и пару моментов создала. Ермоленко снова уходит практически к лицевой линии. Пас назад. Скидка под удар. Выстрел с дальней дистанции. Рикошет. Ханданович был здесь для мебели. Не повезло Украине. Опять это рикошет. Атака очень похожа на атаку, которую сегодня в Краснодаре провела сборная России, когда забил победный мяч в концовке Роман Широков. Здесь, конечно, удар был из-за пределов штрафной, а Широков бил уже находясь в штрафной. Рыбалка здорово приложился, и мяч от ноги соперника ушел на угловой. По угловым пока в одну калитку. Да, если бы по угловым проходили на Евро, то Украина бы уже была давным-давно там. Подача. Удар! Опасно! В Хандановича прилетел мяч. От Гармаша полетел прямо в Хандановича. Как он пробил из сложного положения, да? Тут еще Крахин огромный висит на плечах. И заметь, что опять подача идет на ближнюю штангу. Уже не первый раз, не первый угловой украинцы забрасывают мяч именно на ближнюю. Я переходил на замену. Не назовем. Тем более, да, далеко не все имена нам что-то серьезное скажут. Здорово! Подключение Федецкого, прострел и 2-0! Селезнёв!
Классическая атака сборной Украины с подключением крайнего защитника и прострел на дальнюю штангу. И получается Днепропетровский гол. Федецкий простреливает, а Селезнев в пустые ворота мяч. В выезде со счетом 2-0. Ну и вот сейчас второй мяч. И это, конечно, уже совершенно другое значение. И как снова великолепно сыграл Ермоленко в подыгрыше. Отличная передача. По-моему, офсайд был у Селезнева. И скорее был, чем не был. Но в такой динамике, конечно, шведской бригаде арбитров было тяжело разобраться. Хотя, может быть, шведы играют в такой же форме и по старой памяти они здесь не разглядели нарушение правил. Хотя повтор вроде бы нам намекает на то, что Селезнев был в офсайде. Реакцию президента Словении мы только что видели. Он хватается за голову. 2-0, это, конечно, совсем уже другая история. Но Кано Крхин успевает назад вернуться. Коноплянка сместился в середину. И можно сыграть направо. Сидорчук. Попытка заброса в штрафную. Опасный удар. Ханданович. Вот это да. Это Ханданович. Это его игра. Но бог с ним, с офсайдом. Но как вратарь среагировал. А что, если бы не офсайд? Успокойтесь, Михаил. Это уже офсайд. Коноплянка сделал эту контратаку своим перехватом. Сидорчук великолепно заброс. Здесь, кстати, не было офсайда. Видимо, судья... Да нет, ну там, видимо, мяч в руку попал Селезневу после того, как отскочил от Хандановича. Наверное, на это был свисток. Никакого офсайда здесь не было. Великолепизм. Это то, чем должна играть Украина. Сейчас может быть Селезнев. Он уже в штрафной. Селезнев под правый удар в дальний угол. Штанга. Везет славянцам. Сейчас Словения отскочила, как мяч от штанги, прямо в защитника прилетел здесь мяч. Это Йокич, но не получился акцентированный такой удар, не удалось этот мяч уложить под штангу. Селезнев чуть не плачет. Еще один угловой. Да, это был шанс, который мог все решить. Одна слезинка и еще слезинка.